Специалисты нотариальной конторы, которая расположена по адресу улица Московская, 273А, в праздничный день помогали всем желающим в решении сложных вопросов. Это и оформление наследственных прав, удостоверение отмены доверенности и завещаний, удостоверение договоров, отчуждение недвижимости, брачных договоров и многих других. Кроме того, были вопросы, касающиеся нового документа – соглашения о детях. Это абсолютно новый документ, который удостоверяют нотариусы Республики Беларусь с 1 июля 2020 года в связи с внесенными изменениями в Кодекс о браке и семье. Документ интересен чем? Что сегодня сторонами по данному соглашению являются родители детей. Если ранее подобные документы, соглашения о детях, заключались только супругами при расторжении брака в рамках Гражданского процессуального кодекса, то сегодня обращаются просто родители детей. И в данном документе определяются не только какие-то, скажем, обязательства по оплате содержанию ребенка. Это место жительства ребенка, это вопросы воспитания, обучения ребенка. Среди тех, кто решил обратиться за консультацией, была и Надежда Лукашук. О благотворительной акции женщина узнала через средства массовой информации. Со специалистами этой нотариальной конторы Надежда Лукашук знакома, а потому долго не раздумывала. Понимала, что здесь ей смогут помочь. Сегодня пришла тоже, узнала, что и бесплатно, тем более консультирует нас наша нотариус. Пришла с таким вопросом, у меня возник не вопрос по, о разделе наследственного имущества с братом. Вот, я надеюсь, что мне Людмила Николаевна даст обстоятельный ответ, с которым я могу решить этот вопрос. К слову, начиная с 3 января нынешнего года, в соответствии с законом о нотариате и нотариальной деятельности, специалисты совершают и новые виды нотариальных действий. Удостоверение отмены дарения, выдача распоряжений и возмещение расходов, вызванных смертью наследователя, охрана наследства и управление им. Могу рекомендовать обращаться к нотариусам за консультациями. Мы расскажем, мы вас проконсультируем. И самое главное, чтобы после посещения нотариуса граждане понимали, что они удостоверили именно тот договор, потому что нотариусы, деятельность нотариата направлена на то, чтобы волеизъявление гражданина было оформлено в порядке нотариально удостоверенного документа. За время проведения благотворительной акции детальную консультацию по различным вопросам смогли получить 678 человек. А значит, проведение таких мероприятий является реальным подтверждением доступности нотариальных услуг для каждого обратившегося.